Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Храм Казанской иконы Божией Матери в Москве. Дуняшенька моя идет. Дорогие друзья, сегодня суббота, Великая суббота, а мы отправляемся в одно очень красивое, святое место на Руси. Место, которое вполне могло быть столицей России. Были такие обстоятельства в 15-16 веке, когда этот город мог быть вполне столицей России. Кто угадает, пишите в комментариях, только честно. Ну, вы все узнаете первыми. Никаких секретов. Поехали вместе с нами. Мы едем по Звенигородскому тракту, или в народе, где это называлось, Царская дорога. Итак, мы приближаемся к Звенигороду. Володя, помнишь, мы как-то приезжали сюда и шли пешком. Мы были молоды, да, энергичны, у нас не было машины, это да, в первую очередь. Иногда бывает... Сюда можно было добраться только на электричке. Это лучше бывает, пешком даже лучше. Ну, так люди идут пешком. Да. Правильно делают. Они... Да. В каком месте поворачивать-то, не пойму. Мне кажется, вот там по Московской, вот за этой. А это Любовь Орлова, уроженка здешних мест. Да, сегодня народу много. Нигде не протолкнуться. Суббота перед Пасхой. Все на службу едут. Ой, раньше вот такие здесь все домики были. И нам куда? Направо, налево? Направо. Сейчас остановимся у родника. Главные ворота сейчас закрыты. Понятно, что когда приезжала царская семья, а не семья котов, открывали вот здесь. Савино-Старожевский монастырь. Основан в 1398 году. Конец 14 века. Oh.
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Огромное и красивое здание трапезной, 17 век. Первоначально здание имело 4 этажа, еще пару этажей было вниз. Там были, как сказать, холодильники, да, ледники, где хранились продукты. Очень любили императоры и цари в те времена здесь отдыхать. Алексей Михайлович приезжал сюда, как правило, на несколько дней. То охотился, то пребывал в молитвах. Когда-то в колокольне был самый большой колокол, или один из самых больших колоколов на Руси. Долго он здесь висел, даже смутные времена, революции он здесь. Его висел, его не трогали, настолько он был огромный. И в 41-м году, если не ошибаюсь, когда фашисты наступали на Москву, его пытались снять, чтобы спасти, перевести куда-нибудь. Он сорвался и упал, разбился. Такая большая очередь освещать куличи и прочую пасхальную еду. Большая очередь. Метров на 300 тянется.
ты ему А вот и маленький наш подписчик Богдан. Чуть не упал. Он с двумя корзинками стоит. Парень подошел ко мне, поздоровался, говорит: а мы ваши подписчики. А Богдан его сын, я так понимаю. Приятная семья. Хорошего дня и с наступающей Пасхой. Дорогие ребята. Присоединяйтесь. Что, не помнишь? Провиантовская башня. И пирожки, и булочки. Ой, красота какая. Маргарита, покажу свои пирожные. Я такой первый раз вижу. Это что картошка. Такое? Как картошка? Шоколадная картошка на палочке в глазури. Глазури. Алла, у тебя какое? А у меня? Опять ром-баба. Ром-баба. Опять ром-баба. Опять воспоминания детства. Да. Маргарита, в монастыре мы заходили только что в замечательное, красивое кафе. Она тебе понравилась? Да, понравилась. Мне особенно из блюд, из десертов, там понравилась пирожная картошка. Она была на палочке в глазури. А хлеб какой, пирожки? Мне понравились пирожки с картошкой. Я их в первый раз попробовала, съела, и мне они понравились. Домой с собой взяли? Да. Сегодня... Бабушку завтра угостите, да? Да. Да. Ой, красота какая. Надо в этот монастырь приезжать хотя бы за вкусным хлебом, да? Да. Красные ворота. Внизу под монастырем у Москвы реки большая-большая парковка. Места хватает, ну, я думаю, всем желающим.
Церковь Рождества Христова, город Звенигород. Кафе-ресторан Жан Иван. Потому что мы тоже ехали не из дома. Да, мы тут были. В командировке. Ты будешь фирменно здесь? Да, я уже спросила. Цены в этой деревне как деревня по имени? Большая Москва. Да, или Париж. Или как Венеция. Ну, сходи, ну, быстро приходи обратно. Хорошо. Какая прелесть, а? Листочек в поле. Весна, да. Мартини с соком. Да? Нет, свежевыжатый сок апельсиновый. Со свежевыжатой мартини. Алла мне обещает уже целую неделю борщ сварить. Не сварила. Ты еще со смальцем. Пришлось ехать в Звенигород. Да. Что у тебя в руках? Песочные часы. Да ты что? Ну-ка скажи, сколько сейчас время? Определи. Давай. Я не могу определить. Ну, это часы? Ну, часы. Часы нужны для времени? Сейчас 4 часа. 4 часа. Да. Посмотри внимательно. А минут сколько? 8. 16:08. Да. Абсолютно точные часы. На нашей веранде на другой. Электрику надо. Нет, покажите. Ты как лимончик будешь. Ой. Помнишь сказка? Лимон. Граф Лимон. Угу. Тебе такое пойдет. И в Провансал. Собор Вознесения Господня, город Звенигород. Вот, видите, как хорошо сразу расставили. А теперь все. Yeah.
река Москва или Москва-река? Как вам больше нравится? Здесь недалеко усадьба Пришвина. Да ладно. Да. Можно еще было. Писатель был такой. Да. По-моему, даже есть. По-моему, даже есть домик Чехова. Да, некоторое время он здесь жил. Работал в больнице в местной. И даже есть такая легенда, не знаю, правдивая или неправдивая, но местным жителям эта легенда очень нравится, что основные свои рассказы, если даже не написал, то, по крайней мере, задумал именно здесь. И палата номер 6, кажется, было написано... Ты на что намекаешь? Музей русского десерта. Да, эти орешки, а погремушки, вот, ну. О, вспомнили свое детство. Все, что было у нас. А это лезвия у отца были такие, Нева. Делал, стали называть прахиса кислых щей. То есть тот, кто делал ненужное. В 2008 году привез в Россию свертки чая, в своей докладной писал. Не знаю, листья или чай с молоком, а вовсе не в Англии это придумали, как считается. И был он мягкий, лишь пока был теплый. Это был сладкий сухарик, своего рода хлебные консервы. Когда вы... что сахар где? Так намекали на достаток в доме и наличие. Когда и вплоть до революции в России наблюдался конфектный бум. Было налажено
промышленное производство сахара из местности. Конфет было тогда мужского рода и писалось двумя буквами К. То есть это был он, конфет. С углублением и вырезанными в ним, в этом углублении, в нем рисунок. А внутри там жар. То есть не та самая русская, которая... Ну, это русская, но вот она по технологии, видите, как там горячо, если руку засунуть, у нас там еще колечко. А что там внутри есть? Угли? Что-нибудь печется? Нет там? Ничего не печется. Мы уже испекли баранки. Какой хулиган, а? Смотри, на этой картине два кота-зая. Кота-зая, да. Просто у нас выросли уши большие. Ну, не выросли, а оттянули.